Hello, Artom. Hello. I hope I've said that correctly. It's nice really to lovely to meet you, and it was a pleasure to see your film today. This is my first time to see one of your films, mm-hmm. and it was really funny, and I really thoroughly enjoyed it. And I would love to know what your inspiration was for this film, and you know what made you want to do this film, and was it a big budget, and you know mm-hmm. how was it? Я вообще человек с юмором, и когда я прочел первый раз сценарий этот, мне показалось, что такой смешной герой, он очень, ну, может быть, интересен зрителю не только у нас, но и ну, во всем мире. Очень сложно, наверное, полюбить такого артиста с такой внешностью, но благодаря Андрею Бурковскому, который играл вторую главную роль, у них получился, как мне кажется, очень интересный дуэт. Эта история как бы не про карты и не про покер. Это история дружбы, это история любви. И на фоне тех ситуаций, в которые они попадают, мне кажется, и заключается интерес этого фильма. Было очень много смешных историй во время съемок, потому что главный герой Давид, он попадал в тяжелые ситуации. То машина проехала ему по ноге, вызвали врача. То мы его обливали холодной водой, и он, значит, страшно мерз. Потом мы его, ну, обливали в павильоне, когда уже, ну, ну, прошли съемки. Ну, как, ну, когда мы уже, ну, перешли в другое место съемок. И он не заболел. У него, ну, потом не оказалась сломана нога. И кино, как бы, и творчество, оно спасает. Я благодарен Любе Балаговой за то, что она пригласила нас на сочинский фестиваль. С моим фильмом мы были вне конкурса, ну, потому что у нас коммерческое кино, но очень важно, как, ну, принимает зритель. И что приятно, в Сочи очень хорошо и тепло принимал зритель, что мы приехали к вам сюда, в Англию, в Лондон, что очень теплый зритель. А так как мы знаем, что кино делается для зрителей, для меня это было очень важно, как примут фильм. И я благодарен, что благодаря этим дням сочинского, ну, фестиваля международного, мы, в общем, ну, находимся здесь и с вами пьем шампанское, вино, и вы меня спрашиваете по поводу фильма. Thank you very much. Well, it was Thank a really you very much. Yeah, another thing that Artom yes, said, sorry, and pleasure. Only thanks to Luba, now we're sitting next to each yes. other, you're asking me questions and we can have champagne. I know, it's fantastic, right? It's lovely. I tell you, it's just, it's an honor to meet you, and I love the film, and I'm just honored to be here and interview you. Thank and you And you told me about your background, and I just feel delighted to be here, and I just wish you utmost success. I'm just trying to think, are there any more questions? Oh, are you a poker player? No. Do you know anything about poker? I was thinking I'm this just, is just yeah. When I saw my film, yeah. every time I'm learning how yeah. to play. I can't play poker. I've got a clue. But I'll be learning now. Thank you very much, Artom. It was a pleasure and a delight to meet you. Thank you so much. Thank you. Спасибо огромное. And thank you for our interpreter. Спасибо. Спасибо большое.